Мы находимся в офтальмологической клинике «Эксимер» Санкт-Петербурга. Здесь 2021 год начался с большого события – установки нового эксимерного лазера. Современная офтальмология – это стремительно развивающаяся отрасль медицины. Постоянно совершенствуется оборудование, выпускаются новые приборы. И, конечно же, мы в клинике «Эксимер» следим за этим и идем ногу со временем. Оснащение наших операционных и кабинетов экспертным оборудованием – это не только вопрос престижа клиники, это еще и качество жизни и качество зрения наших пациентов. Эксимерный лазер – это сердце клиники. Новый Швинт-Амарис – единственный лазер в Санкт-Петербурге. Подробнее нам об этом расскажет Георгий Павлович Парджанадзе. Он работает на этой установке и только в прошлом году выполнил более 3000 лазерных процедур. Лазерная коррекция в нашей клинике проводится более 23 лет, и всегда эта процедура была безопасной и давала высокоточные прогнозируемые результаты. Но передовое оборудование позволяет еще более точно выполнить лазерную коррекцию. Для этого есть все необходимое. В частности, система позиционирования глазом, которая отслеживает 6 типов движений, компенсирует их и даже позволяет предугадать будущие движения, что позволяет более качественно выполнить лазерную коррекцию и добиться более высокого результата. Эксимерный лазер интегрирован с диагностической системой, и данные, полученные в ходе диагностики, автоматически передаются в эксимерный лазер, что исключает возможность ошибки. Технология, использующая 3D-модель глаза, позволяет более плотно и точно наносить лазерные импульсы, что, в свою очередь, дает возможность получить более гладкую поверхность роговицы, чем при использовании модели лазеров прошлых поколений. Это далеко не все инновации, используемые в данной лазерной системе, но все они направлены на то, чтобы сделать лазерную коррекцию зрения более комфортной, более щадящей для пациента и получить отличные зрительные характеристики. Недавно я сделала лазерную коррекцию, сегодня пришла на контрольный осмотр. С детства у меня плохое зрение, намучилась и с очками, и с контактными линзами, но все-таки решилась и исправила эту проблему. Хотя решиться было непросто, потому что большая трусиха, боюсь и уколов, по больницам хожу редко. Но операция прошла легко, безболезненно, на позитиве. И даже не верится, что еще несколько дней назад я страдала от плохого зрения. Поэтому всем тем, у кого плохое зрение, рекомендую наконец-таки решиться и исправить эту проблему, тем более, что современные технологии позволяют сделать это быстро и за доступные деньги. Передовые технологии лазерной коррекции зрения в клинике «Эксимер». Доверяйте профессионалам.